Всем привет! Сегодня мы заготавливаем вторую порцию невареной аджики с хреном. Пропорции напишу на 5 килограмм. Итак, мне понадобятся помидоры, уже нарезанные. Сейчас будем пропускать через мясорубку. Перец болгарский красный, острый перец, чеснок, хрен, соль, сахар и аспирин. Итак, крутим овощи. Все перекручено. И теперь добавляю сахар, аспирин, соль. Соль я всю стакан не стала добавлять. Я лучше потом попробую и добавлю, если надо. И хрен. Хрен мы завязываем вот так вот, иначе он атомный. Все, перемешиваем хорошо и раскладываем в тару. Сухие закручивающие банки, бутыли, баклажки. В обычной банке не пойдет, оно выдохнется и все. Густая. Перемешиваю хорошо. Вот такая вот аджика у меня получилась. Я попробовала, все в норме. И сейчас я перекладываю в банки. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Впереди будет много интересного. Пока-пока.